Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні п'ятниця, 19 січня. Традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Безпілотники. Все ж таки підтвердили, що летіли на Санкт-Петербург безпілотники напередодні. Ну і що відомо вже станом на 19 січня, нове враження критичної інфраструктури. Брянська область, місто Клинці, горить нафтобаза. Місцева влада, як завжди, сказала, що всі безпілотники були збиті, але кадри демонструють абсолютно інше, пане Роман. Клинцы, рядом аэродром Климова, в свое время, несколько десятков лет назад, еще в прошлом тысячелетии, летал на нем, курсантов учил, принадлежал Черниговскому летному училищу, и знаю хорошо этот регион. И в Климово сейчас на базе старого аэродрома располагается серьезная воинская часть. В Клинцах серьезная воинская часть, естественно, вот эта нефтебаза, она питает эти две части, которые... Ну, гипотетически могут угрожать нашим северо-восточным регионам. То есть сейчас там занимается Сергей Наев на своем месте, генерал, укреплением рубежей. Там где-то километров 30-40 как раз до этих баз, потому там нужно укрепляться. Но вот эти вопросы решаются. Это именно те клинцы, над которыми в прошлом году Патриот, блуждающий Патриот, так называемый, сбил 5 бортов. Су-34, Су-35, 2 Ми-8 постановщики помех и 1 Ми-8 поисково-спасательной службы. То есть вот эти клинцы – это такой одно из направлений военных операций россиян. Потому, естественно, оно попадает в поле зрения нашей разведки, которая всеми средствами пытается уничтожить эти военные объекты. Но как остановить или как полностью обездвижить любую армию? Уничтожьте топливо и ездить будут только на велосипедах или на конях, если найдут где-нибудь. И все. Потому вот эти правильные, грамотные действия нашей разведки, наших вооруженных сил Украины по уничтожению именно топливных объектов, топливных терминалов. Это, кстати, легко сделать. Почему? Потому что Россия очень большая территория, это ее беда. А беда в том, что накрыть ее системой ПВО просто невозможно. Они даже не рассматривают такой вариант. Топливные базы, которые находятся недалеко от воинских частей, это хороший для наших средств поражения, хорошая цель, так как практически можно одним, лучше, конечно, двумя, мы уже говорили, один вскрывает, второй поджигает топливо, выжечь все топливо, если заняться только, допустим, топливными объектами. То, что мы за последнее время и видим. Работу под Питером наших беспилотников, которые прошли больше 1000 километров, работа в Клинцах по этой базе. Ну и дальше эта работа будет продолжаться по всей территории России. Выжечь нужно где-то километров, ну, до 2000, это где-то до Урала, топливные терминалы разного уровня, начиная от добычных и заканчивая перерабатывающими, ну и тем более топливными складами. Ну а дальше за Уралом там уже будем надеяться на наших партнеров, уже можно сказать, те национальные образования, на которые в конце концов развалится Россия. Там уже есть свои боевые группы, которые пока в режиме партизанском, но скоро перерастут уже в серьезное сопротивление. И тоже у них одна из основных задач будет именно уничтожение топливной составляющей этой российской бензоколонки. Пане Романе, окрім цього, також відомо, що фактично половина нашого півострова Крим залишилась без електрики, тому що, ну, блекаут був, і місцева влада каже наступне, що сталася якась неприємність на Балаклавській теплоелектростанції. ТЕЦи також підвержені нашому вниманню, так як мінімум, так як на генерації, електричні генерації, на більшості практично громадських ліній електропередачі висять російські воєнні об'єкти. А Крим зараз, як, мабуть, ніякий другий регіон, напічкан російськими
с российскими военными. Там больше 150 стационарных военных объектов, то есть стационарных еще от Советского Союза, под сотню мобильных, то есть где-то 250-270 военных объектов, и все они запитываются от энергосети. Естественно, энергосеть является легальной военной целью, и она будет выводиться из строя. Выведите из строя энергосети, вы уничтожьте топливные терминалы, российская армия просто останется без глаз, без ушей, без передвижения. Вот именно так нужно действовать, особенно на вынесенных театрах военных действий. Крым в этом году именно такой и будет. Вот такой вынесенный театр военных действий, который будет, по которому будут работать разные типы наших средств дальнего поражения, включая в том числе и партизан, которые сейчас, и группы, которые сейчас находятся в Крыму, выполняют боевые задачи. Пане Романе, і про допомогу наших союзників. Ми вже з вами проговорювали, що президент Франції Еммануель Макрон в лютому місяці відвідає Київ, де і вже оголосив, що передадуть французи нам 40 ракет «Скелп», а от і гавбиці, звісно ж, «Цезар». Найближчі тижні, каже міністерство, їхні 6 гавбиць «Цезар» будуть в Україні, а також пообіцяли французи, що регулярно, це важливо, щомісяця передаватимуть Україні 50 бомб AASM. Що це є і чи це багато 50 одиниць? Это 250-килограммовая авіабомба, корректируемая, так називаємо. Ну, можна считать планируюча авіабомба. При достаточной скорости и высоте, больше 10 км около звуковой скорости, если ее самолет сбрасывает, она еще может пролететь, пропланировать где-то километров 70. И наши два самолета, это как минимум Сушка и Миги, Сушки и Миги уже могут выполнять эти задачи и, скорее всего, выполняли. Потому что раз принято решение партиями передавать, значит, уже первые партии были у нас, и эта авиабомба себя хорошо показала. 50 авиабомб, ну, это, конечно, небольшое количество. Вот россияне в сутки на нас сбрасывают, в сутки, где-то больше 100 таких корректируемых авиабомб, в основном 500-ок, ФАБ-500, так называемый. Где-то больше десятка, только до 20 авиабомб ложится только на Авдеев. А так больше сотни в сутки. Потому, ну, 50, можете посмотреть, 50 в месяц – это такая малая доля. Но, тем не менее, надо с чего-то начинать, и она нам, естественно, поможет. 250-килограммовая, а она заходит на цель, КВО очень маленькое, круговое, вероятно, отклонение, там, несколько метров, потому даже 250 килограмм вынесет любую цель, которая будет находиться в зоне поражения. Это десятки метров, там, в районе 100 метров, это как минимум, потому выполнять задачи они точно будут. Для этого, правда, нужно несколько выполнить задач. Первое – это, ну, хотя бы частично завоевание превосходства в воздухе. Нам надо для того, чтобы сбросить авиабомбу, надо самолету подойти на дальность, ну, хотя бы 50 километров к линии фронта, на большой высоте. Вот здесь проблема. Это будет светиться, как новогодняя елка. Представьте Сушку, которая идет на высоте больше 10 километров, ее видят километров за 300, за 400. А если висит А-50, так еще и за 600 километров может увидеть, если тяжелая машина идет. То есть, по большому счету, сложная операция. Для этого надо несколько действий сделать. Снести тот же А-50 еще раз. Вот они опять вышли в Азовское море. Сегодня опять появился А-50. Судьбу испытывает. Уничтожить или, по крайней мере, закрыть глаза ПВО противника дальним С-400, которые у них есть. Мы это можем делать, у нас есть достаточное количество уже систем радиоэлектронной борьбы, которые могут поставить помехи, ну и выполнить задачу. То есть в начале, вот сейчас, в принципе, эти как раз 50 авиабомб, вот такие сложные задачи, может быть, и хватит, так как у нас мы просто не сможем организовать поток их сброса. Ну а дальше посмотрим, я думаю, лиха беда начала. Помимо этих такого рода авиабомб, есть другие, те же обвесы джидамовские, которые мы также использовали на 250-килограммовых авиабомбах. У нас достаточное количество авиабомб, свободно падающих. Вот обвесы, эти крылышки так называемые,
как их в народе говорят, эти крылышки также работают с нашими 250-килограммовыми бомбами. До речі, пане Романе, окрім того, що в Брянській області влучання є в нафтокомплекс, нафтовий комплекс, також повідомлення є, що атакували в Тамбові, в місті Тамбов, завод з виробництва пороху. Якщо я не помиляюся, ви мене поправите, порох – це ключове і що найбільш проблемне, скажімо так, для росіян, і їм завжди потрібен порох, і він в дефіциті. Пороха однозначно идут в большом количестве, используются, по крайней мере, начиная от выстрелов порохов для гаубиц, для пушек и заканчивая самими взрывчатыми веществами. То есть, по большому счету, это такой большой расходник. Где-то с десяток заводов у россиян есть по производству порохов, с десяток, но не хватает. Не хватает, они это прекрасно понимают. И для нас тоже одна из таких основных задач – уничтожение производства порохов. То есть эти 10 заводов, если уничтожить, то пороха им придется брать в Иране, в Китае, в Северной Корее. Там свои проблемы, у них свое производство. И они же постоянно используются. И порох используется при выполнении боевых задач, даже просто уровня подготовки. Потому все страны, у которых есть пороховые заводы, они его приберегают, по крайней мере, производят с накоплением. Пороха расходный материал очень сильный, потому по Тамбову там больше 500 километров прошли наши беспилотники, выполнили задачу. Пока еще видно выполнение задач в таком режиме разведки боем, я бы так сказал. То есть по одному, по два беспилотника проходят, определяют маршруты, а реальное поражение может нанести только волна беспилотников, десятки беспилотников, вот если зайдут на пороховой завод, то по большому счету на пороховом заводе есть чему взрываться. И зашедший рой беспилотников точно выведет его из строя, по крайней мере, надолго, это точно. Но не говоря уже, допустим, о топливных терминалах. Их также лучше накрывать роем беспилотников, которые несколько бочек могут поджечь, ну а дальше уже никто их тушить не будет. Огородят место. И пока весь термінал не вигорит, його даже тушить не будуть, это смысла никакого. Пане Романе, також стало відомо, це аналітики Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію по супутникових знімках і констатували, що в кінці грудня в бухті Севастопольській нам, виявляється, вдалося також ліквідувати корвет «Тарантул» російський. Наскільки це серйозно і які функції виконують корвети? Да, стартово пошла информация от наших партизан Атеша о том, что они нашли этот корабль, потом проверили, действительно был уничтожен еще и этот корабль, который россияне спрятали в потоке информации, о нем ничего не говорили. Был поврежден, скорее всего, после атаки наших бэков. Безэкипажные катера наших двух спецслужб, это минимум, которые в тесном сотрудничестве с военно-морским флотом Украины работают, и Главное управление разведки МАГУР-АВ-5, и Служба безопасности, это два катера у них есть хороших, и «Мамай», и «Сибэйби» себя показали. То есть такие удары, они сразу, если не подтверждаются, допустим, нет у нас какой-то информации о подтверждении. Естественно, мы эту информацию в эфир, никто ее выдавать не будет, ну то есть без полного подтверждения. А вот после такой доразведки с помощью партизан, уточнения, можно говорить о том, что в одну из атак на Севастопольскую бухту был затоплен еще и этот корабль российский. Пане Романе, і цікава інформація від Швеції. В першу чергу згадаємо про те, що, знову ж таки, аналітики ЄСВ кажуть, що росіяни використовують радіоелектронну боротьбу, аби глушити сигнали Польщі і Швеції. Ну, у них, скорее всего, дело не, они не ставят себе задачу глушить именно эти сигналы, они ставят себе задачу сейчас прикрыть Кёнигсберг, Калининград, Калининградскую область, там часть Балтийского флота стоит, ремонтные заводы, тот же Балтийский судоремонтный завод, судостроительный завод, который большие десантные корабли делает. Кстати, сейчас у них там на стапелях два БДК стоит, 6 тысяч тонн водоизмещением. Потому понимая, что может быть удар, понимая, что
могут эти корабли быть подвержены удару именно прямо там, естественно, будут пытаться, а чем мы можем их достать в Кёнигсберге только с помощью определенных дронов. Естественно, понимая это, россияне сейчас разворачивают систему прикрытия, в том числе и РЭБом, то есть радиоэлектронной борьбой, мощные глушилки, и эти мощные глушилки, естественно, ложат связь, выключают связь и в Польше, и в рядом странах Балтии, естественно, в Швеции, с другой стороны Балтийского моря. Ну і щодо Швеції, їхній глава Міністерства закордонних справ Більстрем сказав наступне. Його запиталися журналісти, чи може Швеція передати Україні винищувачі Gripen. На що він сказав, ми нічого не виключаємо і все залежить від того, наскільки швидко ми вступимо в Північно-Атлантичний альянс, тому що нам треба думати і про власну безпеку. Як ви вважаєте, пане Романе, от Швеція таки вступить рано чи пізно? Це прискорить і це зробить більш реалістичним появу в нашому повітрі Gripenів? Gripen хороший самолет. Он чуть, конечно, попроще, допустим, чем F-16. Авионика примерно на том же уровне, как базовая авионика F-16, не модернизованных. Но, тем не менее, этот самолет может нести практически все вооружение европейского. Допустим, Таурусы F-16 не подымет, а Gripen подымет и выполнит боевую задачу. Потому помимо Таурусов есть еще десятки модификаций европейского вооружения, которые Gripen подымет, а F-16 не подымет. Потому для нас, может быть, и нужно иметь там несколько звеньев или, может, даже эскадрильи Gripen'ов. Вот оптимальный вариант, вообще оптимальный вариант при обслуживании авиационной техники – стартовать с количества в бригаде, чтобы бригада, а это три эскадрильи, ну, если трехэскадрильная, это максимальная бригада, три эскадрильи по 12 самолетов, четыре самолета звено управления, комбриг, замкомбрига, там, начальник штаба, может быть, летающий, замполетный, зампобоевой, четыре самолета. То есть 40 самолетов – это оптимальный стартовый вариант, когда можно брать на обслуживание какой-то новый вид самолета. Вот Gripen оптимально, если бы нам передали 40 самолетов, мы бы одну бригаду могли скомплектовать на Gripen'ах, и она полностью, это инженерно-технический состав, служба АБАТО, аэродромно-техническое обеспечение, оборудование, ТЭЧ, технико-эксплуатационные части, то есть целый комплекс мероприятий по обслуживанию самолетов. И тогда можно было бы говорить о том, что есть смысл нам не только там один F-16, а, допустим, еще и второй самолет типа Gripen'а брать на обслуживание. А он, естественно, выполнит очень много задач, вот связанных с подъемом и сбросом европейского военного снаряжения, произведенного в Европе, то, что F-16 не сделает. И то, что шведы нам передадут, да передадут. Швеция, по большому счету, они будут переходить уже на серьезные машины типа F-35, и Gripen они могут, они их произвели больше 200 штук, по-моему, 250 штук они их произвели. Самолет очень хороший, это Saab, это довольно-таки там чуть ли не столетний давности, вернее, столетний по производительности авиационного оборудования компания, тем более движки очень хорошие, вольвовские двигатели стоят. Удачная компоновка, ну и управление чуть даже похоже на наши самолеты старые советские, там джойстик управления, он находится между ног, между коленями, то есть как у нас ручка управления, рычаг управления самолетом, только у нас из пола он выходит, прямое управление, а здесь джойстик, но тоже удобнее нашим летчикам переучиваться как раз на Gripen, чем, допустим, на тот же F-16, джойстик у него находится с правого борта. Но тем не менее, этот самолет, он бы нам, конечно, помог. И быстрее переучиваться. Он чуть проще F-16. Управляемость, очень хорошая управляемость у самолета за счет компоновки по схеме утка. То есть, ну, было бы неплохо, если бы нам, конечно, Швеция передала эти самолеты. Пане Романе, і вкрай важлива, мені здається, новина. От Ганна Дзеркаль сказала наступне. Вона колишня заступниця глави МЗС. Вона каже наступне, що вона була в 22-му році в парламенті британському, і лорди в парламенті
казали про наступне, що Британія готова вступити в війну проти Росії на боці України, тобто дати свої війська. Але, мовляв, на той момент США і Байден були проти. У мене запитання, наскільки це серйозно і наскільки зараз Британія притримується цієї думки? И на то время, и сейчас Байден однозначно против эскалации, так называемой. Скорее всего, они все-таки выдерживают эту, пытаются выдержать эти договоренности с Россией о неразворачивании войны дальше и о передаче захваченных территорий России. Это уже понятно. Крым, понятно, с 2014 года Обама им отдал. Меркель с Порошенко отдали Донбасс в 2015 году. Добавили, так сказать, к основному подарку. А сейчас Байден это все прикрывает, еще и сухопутный коридор пытается как-то оставить под россиян, естественно, не давая возможности нашим европейским друзьям и партнерам подключиться к выполнению боевых задач. Пока еще на него смотрят, на Белый дом пока еще слушают, смотрят, но я думаю, все-таки меняется сознание европейцев и готовность Великобритании, она никуда не делась, участвовать в боевых действиях, особенно в морских, потому что у них руки чешутся затопить Черноморский флот российский, попавший в Черноморскую ловушку, а это реально ловушка, под сотню российских кораблей заперто в этом водоеме, который, если дать возможность британскому флоту, вернее, британским специалистам заняться, они затопят его за несколько недель. И именно эта готовность есть и сейчас. Наши военнослужащие, которые проходили и проходят в Великобритании подготовку, их очень много, тысячи человек прошли подготовку, но вот инструктора и те военнослужащие британские, которые помогают эту подготовку проводить, они уверяют в том, что готовы, и готова вся практически армия Великобритании на такое действие. То есть, и они, в принципе, ждут отмашки. Отмашки, естественно, от парламента Великобритании, от короля в британской короны, то есть это их решение может быть. Ну, а пока еще на Белый дом, конечно, смотрят. Хотя может произойти какие-то изменения и в Белом доме, дай бог, чтобы произошли. Ну, естественно, на театре военных действий, когда британский парламент примет такое решение, оно будет довольно-таки знаковым. За Великобританией пойдут часть европейских стран, потому мы можем получить довольно-таки серьезную поддержку профессиональных армий. Это очень важно. Профессиональных армий. Не любителей, как у нас сейчас большинство армий, любительская. А именно профессиональных армий, которые выполнят свою боевую задачу и очень быстро выполнят. Вы посмотрите, как они работают, допустим, в том же Красном море, то есть по йеменским хуситам. Сейчас не говорю о политической составляющей и геополитике, а техническом моменте. То есть да, на дальних подступах, дальними средствами поражения решают военные вопросы. Пане Романе, і от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Давосі видав кілька, мені здається, базових речей. По-перше, він сказав, що Польща готує новий пакет допомоги Україні. Друге, він сказав, що Польща проти будь-якого схиляння до поступу Кремлю, назвавши це кишеньковими чемберлейнами, вистачає в Європі. І також він сказав наступне, що, як правильно, колоніальні такі от війни тривають орієнтовно 10 років, і завершувати війну окупаційну Росії проти України будуть вже інші люди при владі в РФ. Ну, це такі базисні постулати, я теж об этом говорю постоянно. 10 лет нам воювати, второй год об этом говорю, тому такі, так сказати, видение, там, закончим войну через месяц, через год, через два, но это все не так. Мы через два года можем, допустим, выйти на госграницу, но это не закончим войну. Выйдем на госграницу, забазируемся, там, Наев к этому времени, генерал Наев, выполнит свою задачу по укреплению кордона, но война не закончится. Пока Российская империя
не распадется, выключив этот механизм расширения имперский. Это именно вот эти периоды имперского расширения, так называемого. И он где-то длится примерно лет 10, потому я об этом всегда и говорю. 10 лет нам еще воевать, потому для нас очень важно, очень важно. Не знаю, почему меня не слышит в этом смысле правительство. Для нас очень важно этот 10-летний период сразу закладывать в выполнение боевых задач и в развитие общества, и вообще отношение к обществу. Не может общество 10 лет воевать, гражданские воевать 10 лет не будут. И какой бы концлагерь ни строили, это в конце концов взорвет, люди из этого концлагеря будут выезжать разными путями и обратно не возвращаться. А это большая проблема. Для нас важно построение именно профессиональной армии. Профессиональная армия может воевать 10 лет, а чего нет? И 20, и 30, и 50, да сколько угодно. У нас военнослужащие, профессиональные военнослужащие, имеют десятки лет выслуги, то есть в разном амплуа, но тем не менее, десятки лет. И это не проблема абсолютно профессионалам, как на работу ходить на войну. Но это должна быть профессиональная армия, собранная как раз из людей, которые генетически к этому предрасположены. 1% населения, один человек из сотни, то есть где-то 350-400 тысяч профессиональных военных, которые будут как на работу ходить 10 лет на уничтожение российской армии. Все остальные гражданское общество близко нельзя к армии, к военным действиям подпускать, потому что надо потом думать, а что с этим делать. Что делать с полумиллионом или миллионом непрофессиональных любителей, которые на войне научились убивать и прошли через определенные такое смещение в сознании, в своем сознании. Вы попробуйте потом этот миллион распределить по гражданскому обществу. Это будут конфликты, пока этот миллион не умрет своей смертью. Это где-то как минимум 50-70 лет. Так это надо вперед смотреть сразу. Правительство не думает, а сегодняшним днем живет. Сейчас идет хороший поток денег от закрытой границы, потому что это очень большой бизнес. Выпускать из концлагеря, выпускать заключенных. Знаете, какой это бизнес? Миллиарды долларов в месяц иногда. Посчитайте, сколько выехало и сколько они заплатили за выезд, и сколько еще платят. Естественно, правительство будет, и вернее, та часть людей, которые занимаются этим вопросом, они будут закрывать границы, пытаться создать, ужесточить этот концлагерь, еще и пытаясь законами о мобилизации из всех выдавить, из всех оставшихся внутри, выдавить за просто за перемещение или за проживание в этом концлагере, выдавить еще несколько десятков миллиардов долларов. То есть это бизнес, и этот бизнес надо однозначно разрушать, потому что мы ж ударим по самим себе. Если у нас армия не будет профессиональной, если у нас военнослужащие, которые будут становиться в строй вооруженные силы Украины, не будут себя видеть всю жизнь в армии, то есть без гражданской составляющей, всю жизнь в армии. У нас это будет проблема с возвратом на гражданку людей, которые не были готовы выполнять боевые задачи. Ну, старшее поколение помнит, что было с афганцами в свое время. Так сколько там было? Там больше сотни тысяч человек всего лишь было в Афгане, а вернулись, так до сих пор купаются в фонтанах и об голову разбивают бутылки. Ну, то есть сам такой, потому знаю, что это такое. И есть эти моменты, которые надо однозначно к этому подходить с расчетом вперед на десятки лет, надо сразу смотреть. Профессиональная армия должна у нас быть, которая будет воевать 10 лет. И об этом уже Европа на это прекрасно это понимая. Да даже Европа уже на это закладывается. Ну а то, что Путин, во-первых, если переизберется, не дай бог, конечно, хотя вряд ли что-то другое произойдет, перепишет Путина на Путина, ему больше 10 лет сидеть. Это на два срока, это как минимум на 12 лет. То есть он еще там 85-летним стариком будет думать еще раз переизбраться, еще раз сходить замуж, так сказать.
за Россию. Ну вот в таком режиме. И нам эти вопросы надо раскладывать сразу наперед, вот это, на этот десяток лет, это как минимум. Хорошо, нам поляки сейчас начинают помогать, это, ну, хотя бы информационно в этом плане, показывая некоторые процессы, которые они уже видят. А поляки – это наши друзья, это наши близкие друзья, это наши соседи. У нас сотни километров общей границы с поляками, они нам сразу же стали помогать, как и страны Балтии, то есть еще одни наши друзья рядом, ближние, так сказать. И они это прекрасно видят, показывают. Но мы должны на это реагировать, и нашему правительству. Мы-то народ реагируем, нашему правительству надо на это реагировать. Пане Романе, і на завершення, от Кулеба згадав про F-16 і сказав, що найближчим часом, як вони будуть в небі над Україною, будуть перші результати перемоги. Як можна розуміти ці слова і що означає перемога в небі F-16? Это называется завоевание превосходства в воздухе. Это очень важно. Оно состоит из нескольких категорий, ну или там пластов. Сначала уничтожается ПВО противника, тот, до которого можно достать, ближнее, по крайней мере. Дальше начинают уничтожаться дальние системы противовоздушной обороны. Есть ближнего боя, это типа армейских ПВО, типа Тора, Бука. А есть дальние, типа С-400, то есть до них надо будет тоже добираться. Это все может сделать F-16 с помощью дальних средств поражения, систем радиоэлектронной борьбы, плюс отогнать российские самолеты. Отогнать или уничтожить? Вернее, сначала уничтожить, а потом они сами отойдут, отгонятся. Хотя не всегда они на это как-то понимают. Проблема с серым веществом. Вот А-50 опять зашел в Азовское море, еще раз попробовать судьбу, мы уже говорили об этом. То есть завоевание превосходства в воздухе – это будет победой F-16. Что она даст, завоевание превосходства? Это когда российские системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и в том числе самолеты не смогут как-то воздействовать на наши основные силы авиации, которые будут работать по земле. Потому что F-16, ну, основная его задача – это, конечно, истребитель-перехватчик, то есть как раз для завоевания превосходства в воздухе. Но надо дать возможность работать штурмовикам и бомбардировщикам непосредственно над головами противника. То есть они должны сбрасывать свободно падающие авиабомбы под себя. Это, то есть, ну, имеется в виду конкретно под выполнение боевой задачи над противником. Вот для сейчас мы этого делать не можем, так как ПВО противника нам не дает это делать против нас работая, а наше ПВО работает против противника. Они тоже это делать не могут. Почему и пользуются КАБами, то есть корректируемыми авиабомбами, планирующими авиабомбами, издалека забрасывая авиабомбами в наши позиции. Но опять же, вот они где-то 100-150 авиабомб в сутки могут сбрасывать. 100-150 авиабомб в сутки. На всю линию фронта в 1200 километров, если растянуть. А реально, допустим, авиация, если заходит эскадрилья, начинает бомбардировщиков работать по врагу, это будут сотни авиабомб в час, в два часа, ну то есть сколько будет работать эскадрилья. То есть это вот то, что перемалывает любой укрепрайон, какой бы он ни был. Там неважно, как бы ни накопались россияне, куда бы они там ни закопались, авиабомбами можно разрушить все. Главное там количество авиабомб и заходов. Самолеты у нас есть. У нас есть Су-25 и Су-24 для выполнения этих задач. Особенно Су-24 – это фронтовые бомбардировщики, которые могут брать несколько тонн авиабомб одновременно и сбрасывать их на врага. Ну и F-16 – это тоже, по большому счету, многофункциональная платформа, которая поможет уже в выполнении непосредственных задач по поддержке пехоты работать в качестве бомбардировщика, сбрасывая авиабомбы, и в качестве штурмовика, работая ракетами воздух-земля по технике противника, непосредственно по технике противника на поле боя. То есть вот первое, скорее всего, то, что, о чем говорил Кулеба, это как раз о завоевании превосходства воздуха. Это первый этап. Ну, оставшиеся я уже рассказал. Пане Романе, дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні 19 січня, п'ятниця. Обов'язково підписуємось, коментуємо, лайкаємо і ділимося нашим зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.